фамилия, имя, отчество? Хоров Сергей Александрович. Ранее судим? Да. За что? 162-я. Освободился в 2015 сентябре. На видео, опубликованном в интернете, задержанный Сергей Тхоров отвечает на вопросы оперативников. Задержание накануне вечером произвели сотрудники транспортной полиции Ростовской области. Сейчас следственные действия с подозреваемым проводят сотрудники Следственного комитета. Разыскивали же ранее судимого за убийство и другие преступные деяния Тхорова с 15 июля. В ту ночь была зверски убита несовершеннолетняя школьница. Шокирующее преступление было совершено на железнодорожной платформе «Магри». По предварительной версии, 15-летняя девочка возвращалась домой с братом, который на некоторое время оставил ее одну. В этот момент к одиноко стоящей школьнице подошел мужчина. Он оглушил, а потом и задушил девочку. Кадры видео, повергшего в шок всех сочинцев, попали в объектив камеры наружного наблюдения, что и помогло установить личность подозреваемого. Здесь же видно, как мужчина в шортах с пакетом в руках подходит к железнодорожной платформе «Магри». Уже на следующий день появился фоторобот предполагаемого преступника, и еще через день в социальных сетях распространилась ориентировка на подозреваемого, по которой ростовские полицейские и задержали 33-летнего уроженца Улан-Удэ. В ходе следствия установлено, что убийство Сергеем Тхоровым совершено при попытке изнасилования несовершеннолетней. Расследование уголовного дела продолжается.